я открою Марка 4 главу, наше место Писания, которое мы рассматриваем. Я напомню, что тема, которую мы изучаем последние несколько недель, называется «Как взращивать свою веру». Как взращивать свою веру. Что Библия говорит, что праведный своею верой уже будет. Не верой кого-то, но праведный своею верой уже будет. Что такое вера? Вера – это открытые глаза в духовный мир. Вера – это открытые уши в духовный мир. Есть физический мир, есть духовный мир. Для того, чтобы жить, для того, чтобы полноценно функционировать в физическом мире, нам необходимы наши физические органы чувств. Например, глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать. Но в духовном мире мы не можем услышать что-то из духовного мира. Мы не можем услышать Бога, мы не можем Духа Святого услышать своими физическими ушами. Но духовными ушами. Мы не можем увидеть духовный мир своими физическими глазами. Но духовными глазами. Вера – это открытые глаза в духовный мир. Когда ты не просто как бы смутно на что-то надеешься, а когда ты твердо знаешь, когда ты твердо убежден. Поэтому праведный своей верой же будет. Живя здесь на земле, для того, чтобы взаимодействовать с Богом, нам необходима вера, потому что Бог есть Дух. И мы взаимодействуем с Ним верой. Вера – это духовная способность понимать Бога. Вера – это духовная способность сотрудничать с Богом. Вера – это духовная способность угождать Богу. Библия говорит, без веры угодить Богу невозможно. Кто-то скажет, ну неужели невозможно почувствовать Бога? Если Бог захочет, ты его почувствуешь. Но мы живем верой, мы не ищем чувств, мы не ищем каких-то ощущений. Без веры угодить Богу невозможно. Ибо приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть, и ищущим Его воздает. Итак, вера приходит от слышания Слова Божьего. И притча о сеятеле, Марка 4 глава, мы рассматриваем различные виды почвы, которые символизируют духовное состояние человека, духовное состояние сердца человека. То есть различные виды почв, которые символизируют духовное состояние человека. То есть люди слышат Слово Божье, но внутреннее состояние определяет, насколько я приму это слово и насколько я позволю этому слову произвести в моей жизни работу. Духовное состояние сердца влияет на способность человека взаимодействовать со Словом Божьим. И в этой притче мы прочитаем, что все слышали Слово Божье. В каждого сеялось Слово Божье, но результат абсолютно разный. И дело не в семени, не в качестве семени, потому что семя есть Слово Божье, но именно состояние человека. Итак, 4 глава Марка, и мы сегодня рассмотрим 18 и 19 стихи. Посеянное в тернии означает слышавших слово, но в которых заботы века этого, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Посеянное в тернии означает слышавших слово, но в которых заботы этого века. Обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Я хочу обратить ваше внимание в стихе 19 на вот это слово, которое говорит «входя в них». «Входя в них». То есть это не что-то, что просто извне приходит, какая-то мысль пришла, какое-то искушение пришло. Вы знаете, каждый день тысячи разных мыслей могут приходить и уходить.
И мысль, если ты ее не принял, она не может на тебя повлиять. Это всего лишь мимолетные мысли, они не имеют значения. Даже какое-то искушение может приходить. Ты можешь, какие-то неправильные мысли могут приходить. Но если ты их не принимаешь, и ты противостоишь этим мыслям, они не могут нанести тебе ущерба. И знаете, иногда дьявол вот врет и обманывает, и лжет, что вот мысль к тебе пришла, значит, ты уже вот такой, ты плохой человек. Тебе пришла какая-то плохая мысль. Смотрите, когда тебе пришла мысль, это еще, это не является грехом, то, что тебе пришла плохая мысль. Может быть, ты на кого-то плохо подумал. Но если ты не принимаешь эту мысль, если ты противостоишь этой мысли, эта мысль не может нанести тебе ущерб. Мартин Лютер однажды сказал, что я не могу запретить птице пролететь над моей головой. Но я могу запретить птице свить гнездо у меня на голове. Знаете, мысль подобна птице, которая просто пролетела, пришла и ушла. Но укоренившаяся мысль становится частью мышления. То есть мысль, которую мы принимаем, потому что мысль – это тоже семя, мысль, которую мы принимаем, которой мы позволяем укорениться. Смотрите, каким образом мы позволяем укореняться семени? Это касается и семени Слова Божьего, и это касается всяких других семян, которые не являются Словом Божьим. Через размышление. Через размышление. То есть, когда мы размышляем то, о чем и то, над чем мы размышляем достаточно длительное время, эта мысль пускает свои корни, и она укореняется и становится частью мышления. Например, человек, он думает о чем-то, он размышляет, он рисует картины. Поэтому всегда мы должны следить, чтобы те картины, которые мы рисуем, чтобы они соответствовали Слову Божьему. Представляя в своем воображении и размышляя над тем, что обетования Слова Божьего сбываются в твоей жизни. Не размышляй, не представляй картину поражения. То есть укоренившаяся мысль становится частью мышления, а мышление определяет поступки. А поступки в конечном итоге определяют нашу жизнь. Любая мысль – это семя, принятая мысль – это семя, которое пускает свои корни и становится частью мышления. Терния – это растение от нечистого семени. Смотрите, 19-18 стих. «Посеянное в тернии означает слышавших слово». То есть, сеется слово в тернии. Есть уже много разных мыслей. То есть человек, который уже наполнен какими-то представлениями о жизни, но эти представления противоречат Слову Божьему, и вот в такого человека сеется семя. Этот вид почвы символизирует человека, который слушает Слово Божье, но в его жизни нет решения жить и существовать по Слову Божьему. То есть у человека нет твердого решения. Он как бы не против послушать Слово. Но у него есть и свои взгляды. Поймите, что Слово Божье, оно не расплывчато. Понимаете? Слово Божье, оно конкретно. Всякая философия – это попытки дьявола размыть истину Слова Божьего. Например, смотрите, я приведу простой пример. Библия говорит: прощайте и будьте прощены. Библия говорит, что если ты не прощаешь, то и Бог тебя не простит. Конкретно. Ну, когда мы так говорим, ну, я понимаю это. Я зла не помню, приходится все записывать. Я, конечно, прощаю, но не забываю. И вот эти вот вещи, это является тернием. То есть, вроде бы, Слово Божье сеется, но у человека есть свои понятия. И знаете, как такие люди говорят? Да, я понимаю, что Библия это говорит, но в жизни, вы знаете, давайте немножко реальнее посмотрим на жизнь. А что может быть реальнее Слова Божьего? Вы слышали, когда так люди говорят? Да, я понимаю, что Библия. Но давайте будем реалистами. Друзья, это не реалисты, это иллюзионисты.
Потому что реалист – это тот, кто верит в Слово Божьему. Слово Божье – это единственная реальность. О, я, конечно, верю в Слово Божьему, но не настолько. То есть этот вид почвы символизирует человека, смотрите, посеянное куда? В тернии. То есть человек слушает Слово Божье с предубеждением, уже имея свою точку зрения по этому вопросу. Посмотрите, давайте приведем простой пример. Когда ты садишь что-то на своем огороде, если ты садишь в тернии, вот представь, что необработанная грядка, ну, пусть еще вырастет и хорошие семена. Кукурузу посею еще. Вот здесь, конечно, это трава растет, но еще кукурузу посею. Терния заглушит. Но когда ты обработал почву, да, ты вытащил все эти тернии, как бы земля готова к тому семени, которое будет посеяно. Земля готова. Земля приготовлена к тому семени, которое ты посеешь. Но если ты сеешь в тернии, земля не готова для этого семени. Потому что земля уже что-то произрастила. И это всего лишь попытка как бы еще кинуть немножко хороших семян туда, где уже что-то посажено. То есть терния – это когда человек вроде бы слушает, но он все равно оспаривает и подрывает авторитет истины. То есть он вроде бы как бы понимает, да, что, но где-то в сердце он как бы отторгает, потому что его сердце наполнено, его мышление наполнено терниями. Это как бы мирская система ценностей. Вот давайте сейчас посмотрим, мы возвратимся, сделайте закладку Марка 4, посмотрим Левит 19, и потом посмотрим Второзаконие 22.9. 19 глава Левит и 19 стих. Вторая половина этого стиха. «Поле твоего не засевай двумя родами семян». Поле твоего не засевай двумя родами семян. Двумя родами семян. Смотрите. Мир создал систему решения человеческих проблем. Отверженность, депрессия, болезни, нищета. То есть эти проблемы, с которыми сталкиваются люди. И мир предлагает свою систему решения этих проблем. Я верю, что психология – это как бы подделка под Библию, дешевая подделка под Библию. Но Царство Божье имеет свои методы решения этих же проблем. Кто понимает, о чем я говорю? То есть человек приходит с отверженностью, он приходит с болью, он приходит, у него проклятие в жизни. И теперь Царство Божье предлагает свои методы, чтобы ему помочь. И человек выбирает, каким методом он будет жить и решать свои вопросы. Но когда происходит вот эта смесь, я возьму немножко оттуда, я возьму немножко оттуда. Например, давайте такой простой пример. Человек заболел. И он говорит, ну я верю Господу. Друзья, я не против врачей, я всегда это говорю. Ты можешь идти к врачу. Но человек говорит, я не против Господа, но все-таки я решаю, что через врачей я получу исцеление. Но если что-то идет не так, и потом человек начинает взывать к Богу, но его веры недостаточно, потому что он пробовал решить эту проблему другим путем. А Библия говорит, что ищите прежде царство. То есть человек уповал на что-то другое. Также, например, с финансами. Человек уповает на свою работу. Он уповает на какие-то вещи, как бы такие
понятия у него не библейские, но при этом потом он говорит: Господь, восполни мою нужду. А Господь говорит: так ты определись, чему, какой системе ты веришь, каким же образом ты хочешь решать свой вопрос. Есть библейский путь, отделяй десятину, служи Господу и так далее. То есть, и тогда Господь говорит: я восполню твои нужды. Но есть другой путь, и человек выбирает, не Бог выбирает, человек выбирает. Смотрите, не засевает двумя родами семян свое поле. И Второзаконие 22. Девятый стих. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян или сбора урожая, которым ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не засевай виноградника своего двумя родами семян. И когда Библия говорит, что входя в них, помните, мы Марка прочитали, входя в них, то есть это не что-то, иногда христиане, они боятся вот каких-то таких мыслей пришли какие-то, вот ты стоишь в вере, мысль пришла и ушла, даже мысль сомнения, она не играет роли, если ты не пустил ее внутрь. То есть иногда мы думаем, что стоять в вере, это не допускать вот никаких мыслей. Нет, ходи просто, расслабься, прославляй Господа, пришла мысль, ушла, ты противостоишь этой мысли. Но входя в них, это нечто другое. Это когда мы слушаем слово, и слово сеется, но есть что-то, что уже вошло в нас, есть что-то, что уже есть в нас. И мы хотим, чтобы слово Божье изменило нашу ситуацию. Но нам необходимо распахать и разобраться с этими терниями, да? Спахать почву. Помните, в Слове Божьем сказано: распашите себе новые нивы, и что? И не сейте между тернами. Кто помнит, где это написано? Ну, это написано, неважно. То есть распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Поэтому Библия говорит, что когда ты слушаешь Слово Божье, когда ты читаешь Слово Божье, делай это без предубеждения, без предварительного убеждения в чем-то. Да, Господь, вот я уже имею точку зрения, но я еще послушаю, что и Библия говорит. То есть определись методами мира или методами царства, ты будешь решать свои вопросы. То есть входя в них, это не просто мысль, с которой ты борешься, а мысли, которые приняты. Это образ мышления, это область мышления, которая не подконтрольна Богу. То есть могут быть какие-то области мышления, которые подконтрольны Богу, но какая-то область мышления, где Бог не контролирует эту область. Человек по-своему понимает, по-своему живет. Марка 4:19. Возвратимся. Смотрите, но в которых заботы века этого, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Заботы этого века. Это всякого рода суета, всякого рода беспокойство, заботы. Смотрите, есть ответственность и есть обязанность. Каждый человек, живя в этом мире, имеет ответственность и имеет обязанность. Потому что кто-то скажет, например, какая-то женщина скажет: Библия говорит, не заботьтесь, я не буду готовить обед, я не буду убирать квартиру. Или какой-то мужчина, он скажет: ну, не заботьтесь, я не буду работать. И Библия не об этом говорит. То есть есть ответственность, есть обязанности, которые мы должны исполнять. Может быть, некоторые ответственности и обязанности, может быть, нам не нравятся. Но ключ к благословению – быть ответственным в зоне той ответственности, которую ты несешь. А забота – это нечто другое.
То есть есть всякие жизненные трудности. Бывает, что мы о чем-то переживаем, размышляем. Но каким образом мы преодолеваем все это? Верой в Слово Божье. Смотрите, Бог не обещает нам такой безоблачной жизни. И когда мы считаем, что не заботься ни о чем, Бог прекрасно понимает, что мы живем на земле, где есть какие-то битвы, какие-то бури, какие-то шторма. И понятное дело, что мы же не роботы, мы же люди. То есть это все на нас влияет. Мы размышляем об этом, мы пытаемся как бы выйти из этих проблем. Но каким образом? Верой в силу Слова Божьего. Смотрите, но если переживания и заботы вытесняют Слово Божие и заглушают его, таким образом, что твоя вера колеблется, это уже забота этого мира.